поискового бэнд тушения, данные позже дам. Принято. По всей площади горит. Заезжай вперед тогда, Борь. Вперед поедем. Принято. Да-да-да. Колпино на 129-му. А легковой, как слышно? 129, Колпино, приеду. Легковой автомобиль ВАЗ-2109, госномер. Харитон, 123, Роман Николай, 47-й регион. По всей площади, ствол бэн тушения. Говорит, автомобиль 2109, Харитон, 123, Роман. Давай воду, все. Все, пошла вода. Сейчас он зачернит, еще линию немножко нарастим, либо назад отъедет. Давай, давай. Не, пускай возвращаются. 248, где-то еще вроде горит, да, немного? Вот так, дышает. На, пополивай ты чуть-чуть немного.
Сейчас я передам ликвидацию. Столпы на 129-м. На приеме. У нас L2. Принято, должна не следовать. Да, продублируй госномер машины, пожалуйста. Хайтун 123, Роман Николаевич, 158 регион. 47-й регион, 47-й. Принято. Здравствуйте. Я с полицией сижу в 26. Начальник караула, 29-й час. Я просто как раз заявки ехал мимо, думаю, далеко не стоит уезжать, да, наверное? Сейчас салон загорел. Ну да, это самое, салона. Но она вроде тут как давно стоит уже. Вот. Вроде как давно она стоит. Но все равно подожгли, скорее всего. Да, там